Рассказать об истории, боевых подвигах и быте. В Химках провели первую экскурсию по музею российского казачества, который только готовится к открытию. Это донская настоящая нагайка, которая... Ну, нагайки отличаются, в первую очередь, плетением. Донская – это кольцо обязательно, это... Демонстрацию предметов быта, а также боевой атрибутики и экипировки провел атаман Союза казаков Химок Андрей Заикин. Многие предметы старины были найдены во время раскопок, другие были подарены музею из семейных коллекций, которые передавались казакам по наследству. Помимо артефактов прошлого, есть и актуальные предметы, такие как кулинарная книга современного казачества. Казаки, которые живут во Франции, подарили нам. Окультуренный... Полевая кухня казаков, да, и самое главное, тут прописано, что чем дом славится, раками. В экспозиции представлены предметы, которые охватывают многовековую историю казачества. Самому старинному предмету около 500 лет. Совсем недавно добытый палаш казачий на засеченные черты, ну, датируется где-то 16 веком. По словам организаторов, пока здесь представлена лишь малая часть экспонатов. Коллекция будет постепенно пополняться. Одна из основных целей – это показать жителям городского округа Химок непосредственно не только казачью славу, как воинов, да, но еще и казачий быт, рассказать о тех наших казаках, которые наши предки, которые принимали участие и в том числе и в Великой Отечественной войне. Дополнить коллекцию уникальными артефактами, историческими находками и семейными реликвиями могут все желающие по адресу улица Союзная, дом 3.